2020 год объявлен на Ямале годом дорог. Ремонт и строительство автомагистрали глава региона назвал одним из приоритетных направлений. Ударными темпами возводится мост через Пур, дорога на Дым-Салехард, реконструируется трасса Новый Уренгой-Карачаево. Трудятся дорожные строители на многих городских участках. Для того, чтобы справиться с объемом работ, компания «Уренгойдорстрой» запустила в производство новый асфальтный завод, самый мощный в округе, способный выдавать в час 320 тонн продукции. На горячем производстве побывала наша съемочная группа. Недолгое затишье, конвейерная лента снова приходит в движение. Отсюда щебенка подается в сушильный барабан, разогреваясь до нужной температуры. А затем по элеватору попадает виброгрохот – своеобразная сито для разделения сыпучих материалов. На виброгрохоте разрахачивается по фракциям и попадает внизу на горячие карманы. Вот оттуда уже дозируется, согласно рецепту, в мешалку. Вот весь процесс. Там добавляется, естественно, битум и добавляются добавки, согласно рецепту выпускаемого материала. Асфальт, как пирог у хорошей хозяйки, должен изготавливаться только по проверенному рецепту, со строго выверенной дозировкой каждого ингредиента. Это все зависит от проекта, что заложено, какой конструктив. На нижний слой делается один, на верхний слой другой. Вот щема – это верхний слой. Он идет уже рабочая поверхность. Раскладку, что нужно смешать и в каких пропорциях, дает лаборатория. Оператору лишь следует внести данные в компьютер и следить, чтобы в процессе приготовления горячего блюда не было перепадов температуры. На каждый вот асфальт есть свой рецепт. Все параметры дает лаборатория. Я слежу полностью за всем процессом, начиная от питателя, кончая уже выпуском асфальта, который уходит внутрь накопитель. Главное следить за температурой, чтобы не было всяких зависаний. Новый асфальтный завод, начавший работу нынешним летом, самый мощный в регионе, способный производить 320 тонн продукции в час. Его открытие – производственная необходимость. Не зря 2020 год объявлен на Ямале годом дорог. Горячий асфальт сейчас – наиболее востребованный продукт. У нас очень большие объемы по дорогам. Это Уренгой, Карачаево, городские объекты по городу Новый Уренгой. Основной объем асфальтобетона у нас идет на реконструкцию аэропорта Новый Уренгой. В целом из потребности нам нужно выпускать порядка 2,5-3 тысяч тонн в сутки асфальтобетонной смеси. И поэтому было принято решение приобрести именно вот такой завод, такой производительностью. Компьютеризированное производство не требует больших человеческих ресурсов. В смену мощный завод обслуживает всего 3 специалиста. Чем лучше погода, тем больше потребность в горячей продукции. Дорожники стараются не упустить ни один погожий денек. Асфальтобетонное покрытие можно укладывать при температуре до 10 градусов тепла. Когда отметки термометров опустятся до плюс 5, в смесь будут добавлять специальные присадки, которые позволят стелить дорожную одежду без ущерба качеству. Ксения Белозерова, Людмила Завгородняя, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс».